Инспекционная проверка качества питания в детском саду номер 85 и школе 111 состоялась в Автозаводском районе. В состав комиссии входят родители и глава района. Они проверяют продукты на свежесть, чистоту помещений, а также весовой контроль. По словам Светланы Темнюк, проверки питания в детском саду проводятся 2 раза в месяц. Все нормы соблюдаются. Питание всегда очень разнообразное. Видим на столах фрукты, овощи, что очень важно для развития ребенка. Всегда подаются каши, причем подаются всегда меню горячее. Разнообразие запеканки, которые иногда мы утром не можем приготовить ребенку, то есть всегда здесь и есть. Бесконтрольно у нас не остается ничто. Ни закупки, входной контроль, ни выкладка. Это когда уже готовые порции раскладывают для детей. Ни чистота в тех помещениях, которые приспособлены для приготовления пищи. По итогам этой проверки нарушений не выявлено. Дарья Кульбакина, «Время новостей».